Доброе утро, посмотрите. Одинокая роза, наверное, кого-то ждет, тоже одинокого. Мы гуляем с собаками уже с утра. Ты, Руська, красотка. Сегодня солнышко. Опять-таки должно быть тепло. Ну, с утра еще прохладненько, но должно быть очень-очень даже приятно. Единственное, что вороны за утро успели уже столько костей разносить. Вот это вот хожу и бдю. Хожу и бдю, пока все погуляют. Сделала себе хвост. Вот не люблю почему-то с хвостом ходить, хотя мне говорят, что мне очень хорошо. Но я себя с хвостом не вижу. Мне кажется, я с хвостом какая-то слишком не маш. В общем, слишком не маш. Ладно, всем доброе утро, всем прекрасного настроения, замечательного дня, мира, добра. Не болейте. Тёмочки, Лаврки, мы дальше продолжаем прогулочку. Вернее, слежку за собаками, чтобы они не ели кость. Сегодня все так рано встали, просто в каком-то шоке я. Кирюха 11:09, она уже успела проснуться, она уже успела позавтракать, она уже успела сделать все. А я думаю, погода шикарная, просто прекрасная. Думаю, съездить в Ретровиль, посмотреть, не появилась ли там обувь. Ну, мне обувь нужна, ну что мне поделать, если у меня обуви нету, а я за ней гоняюсь. Мне просто действительно нужно померить просто хотя бы одну пару, одного размера, или 38-го, или 39-го. И если мне подойдет, потому что там дело в том, что вся обувь, она абсолютно разная. У меня, например, с сенсея две пары обуви и две пары разного размера. Одна 39-я, вторая 38-го размера. И я бы заказала уже давным-давно онлайн. Реально бы заказала давным-давно онлайн. Но я боюсь прогадать с размером, хотя там еще онлайн скидки просто шикарные. Там по промокоду ты просто получаешь мега огромную скидку. Ты эту обувь вообще можешь купить за 450 гривен, понимаете? Но мне хотя бы нужно померить. Поэтому я, наверное, сейчас соберусь, да поеду в Ретровиль. Может быть, что-то найду, может быть, ничего не найду. Ты не хочешь со мной, ребенок мой? Чего? У тебя планы какие-то? Она, короче, второй день сидит дома, у нее депрессия, она ничего не хочет. Короче, состояние нестояния. Так, я жду с тряпочкой, потому что сейчас будет здесь чо-ро-ро-ро. Она уже знает, что я хочу сделать. Сейчас еще пол надо здесь помыть. Ты, Руська, давай быстрее. Так медленно пьешь. Капец. Все, попила? Давай, выйду тебе. Стой. То подожди ты, ну, господи, я ж тебе ничего плохого не делаю, всего лишь вытираю мордочку. Еще или все, иди. Вот и все. Китюня, да. Люблю, целую, я пошла. Можно я тебя попросить помыть посудку? Хорошо? Угу. Пока, Масики. Снег, ты тоже дома остаешься. Все-таки он решил, что он хочет сидеть там. Ладно. Хозяин, барин, я поехала. Я не уверена, что я что-то найду, но хотя бы немножко сегодня прогуляюсь. Давно не была на шопинге я. А так хочется какой-то такой огромный, гигантский шопинг сделать. Но могу пока только дзыринг. Поэтому поехали со мной. Меня часто спрашивают, как ты так ездишь в торговый центр и ничего не покупаешь? А в торговый центр нужно ездить обязательно что-то покупать. Можно просто поехать посмотреть. Кстати, тоже от этого поднимается настроение. Не знаю, насколько мне сегодня повезет, но я надеюсь на лучшее. Единственное, что сегодня людей, наверное, много. Ну, по крайней мере, я уже их вижу достаточное количество. Ну, все-таки сегодня воскресенье, как-никак. Блин, чего я сюда приехала в воскресенье, я не знаю. Ба-ба-ба-бам. Кто-то не любит мои ба-ба-ба-бам, а я люблю. Понимаете, да? Понимаете, я сюда захожу, тут пусто, а сейчас зашла, тут просто дискотека из людей. Я просто надеюсь, что сегодня воскресенье и будет что-то в продаже, потому что в понедельник уже как бы все раскупают.
и они пока еще не успевают ничего нового повесить. Поэтому моя надежда будет умирать сегодня последней. Трам-тарарам. Смотрите-ка, вот эту новиночку я видела. Слушайте, они такие классные. А есть ли мой размер? Наверное, как всегда, нету. Наверное, как всегда, нету. 34, 36. Ну, 34 можно померить. Но они клевенькие, мне нравятся. Я и 32 нашла. Так, здесь у нас вот эта кофточка интересненькая. Но я такой не ношу, у меня руки слишком худые. Мне еще такой пиджак нравится. Думаю, может пиджак взять, померить. Но он такой совсем легенький. Мне кажется, под джинсы будет не очень прикольно. Хотя, если вот так вот... Ну нет, наверное, все-таки. Ой, вот этот свитерочек мне нравится очень. Он прям такой красивый, прикольный. Есть еще и в розовом цвете, посмотрите. Класс. Но здесь, наверное, нужно брать размер где-то М-ка, не меньше, если не Л-ка. Ну, клевенький. Его, кстати, тоже можно взять померить. Смотрите, есть вот такие джинсы, типа балун. Взяла померить. Но мне кажется, они будут, конечно, коротковаты. Но эти широкие, 32 размер, единственные узенькие. Короче, их померяю. И, в принципе, тут, наверное, больше ничего нету. Еще взяла серый свитер в размере L. Хочу померить и L, и M. Нравится мне этот свитерок. А стоит он 499 гривен всего лишь. Но самый главный момент – это обувь. Что у нас тут есть из обуви? У нас тут из обуви... Походу, нет ничего, что мне нужно. Ну да, я тут... О, вот они, я их видела на сайте. Это 40-й размер. Жаль. Вот мой улов на сегодня. И вот эта вот обувь, которую я сейчас буду мерить. Погнали. Знаете, мне вот эти вот штуки нравятся. Они такие удобные, они такие легкие. И мне кажется, они очень, ну, смотрятся прикольно. По крайней мере, под черные джинсы так вообще отлично смотрится. Надо о них подумать сейчас. Я думаю, что и под синий, в принципе, тоже будет неплохо. Цвет, конечно, черный. Я черный цвет не очень люблю. Но, знаете, как с собаками гулять вообще шикарно. Я всегда черная после собак. А тут клево. И мне эти тоже нравятся. Смотрите. Они тоже клевые. А мне теперь нравятся две пары, что делать? Но они тоже очень удобные и тоже хорошие. Так, вот эти джинсы, они на меня большие, даже в 32 размере. И вот сейчас я померила под черные, и под черные прикольно. На эти, наверное, еще лучше. Короче, как-то так. Но джинсы просто гигантские, и это 32 размер. Видите? Короче, я кость так. А джинсы вот эти вот сели просто идеально везде. Но они вот такого вот, ну, то есть они короткие. И думаю, может, они такие должны быть. Ну, типа на лето. И татушечку видно прикольно. И они очень хорошо сели. У меня такая модель в Бершке была, но она уже совсем никакая. Совсем ужасно. А эти вроде неплохо смотрятся. А брюки классные. Но они очень большие. Реально гигантские. Просто огромные. Гигантские. Надо тут меньше размера. Это XS, надо 2XS. Но брючки вообще супер. Просто шик блеск. И вот этот вот свитерочек. Свитер мне тоже очень нравится. Сейчас я еще розовенький померяю. На серый тоже шикарно смотрится. Смотрите, как круто, да? И мне очень нравится. Я не знаю, правда, что вы ответили. Но это размер Элечка. Сейчас я померяю розовый, но в размере Эмочка. Смотрите. Мне кажется, очень прикольный лук вышел. Вот именно вот так вот. Я только не знаю, свитер все-таки какой размер. Вот это М-ка, а серый был Л-ка. Но мне кажется, Л-ка лучше. Она как-то более объемная.
Короче, и вот эти вот кроссовки и джинсы. И такой весенний красиво вышел. Угу. Да? Сейчас еще хожу, смотрю сумки, и Кире предложила вот такой вот вариант. Неплохая такая, знаете, вот такой вот вариант и вот такой вот вариант. Как думаете, какой она выбрала? Ну, в общем, и все. Больше тут ничего нету. Видела на сайте шоперы, но белого цвета, но тут нету. Есть только зеленый, вот такой вот. Но мне кажется, зеленый вообще никуда. Хотя вроде тоже симпатичный. Но что мне туда ложить? Я же вообще сумками не хожу. Клевый, классный, но не нужно. В хаосе нашла вот такие вот. Мне не очень нравится. Но я не знаю, какой цвет. Мне нравится зеленый. Понимаете, вот реально нравится зеленый. Они вообще шикарно смотрятся. Просто бомба. Просто не знаю почему, но мне реально нравятся зеленые. Я не знаю, куда они подойдут. Но мне не безумно нравится. Хотя есть еще вот такой цвет. Но этот мне вообще никак. Вот такой розовый, зеленый. Черт. Вот я розовый еще померила. Блин, ну розовый вообще не то. Но они совсем какие-то не такие. А зеленые прям крутые. Ничего удивительного. Я, короче, знаете как, когда я очень много думаю, и когда я очень много сомневаюсь, я никогда ничего не покупаю. Я все перемерила, я все посмотрела, дома буду сидеть и думать, надо оно мне или не надо. Кеды прикольные, они мне понравились. На 1000 гривен меня жаба давит. Джинсы прикольные, они мне понравились, но мне кажется, они короткие. Короче, мне все не так, мне все не то. Я вам все показала, купила тут кое-что, еду домой. Я только, знаете, что знаю? Что у нас был Сережа, и они с Кирой сделали картины, и он мне разрисовал Добби. Я вот сейчас посмотрю на него, бедного несчастного. Фух. Почему? Потому что он мне это сказал, откуда я знаю. Вы поняли, да? Кипиш? Бози! Чё так летим? Бози, маленький мой! Бози, маленький мой, тебя разрисовали под розовый цвет. Несчастье ты мое маленькое, несчастье. Да, Бози какой ты. Ну что в розовый-то, а хотя бы в синий бы. И какой-то бы знак красивый сделали. Сердечко там хотя бы, ну. А так какие-то непонятные штучки. Малыш мой маленький. Разрисованный бусик. Здорово тебе тоже. Стоишь тут в одиночестве. Грустишь, малыш. Вот так вот. Да. И ты мой маленький. Бози, бози, бози. Ладно, в квартире просто дубак. Все открыто. И никто ничего не закрыл. И тут теперь как на улице, свежо-свежо. Так, давайте посмотрим на картины, которые они сделали. Ой, ну у них прикольная получилась картина. Только где чья? Вообще непонятно, да? А, все, я поняла. Это Серега синий, а розовая Кира. И они сделали две одинаковые. То есть ему и Кирюшке. Поняли, да? Красиво очень. У них так ярко получилось. Не то, что у нас. У нас с Кирой вообще не так ярко. Тут такая прикольная яркая вышла. А у нас как-то все. О, Кира воду с лимоном пьет. А у нас вообще тускло. Наверное, не те цвета выбирали. Но мне тоже нравится. Так, что я купила? Я же вам сказала, что я не покажу. Но я купила себе колбасу вместо кроссовок. Видите, тоже очень полезно. Кстати, по-моему, начинается неделя масленицы. Когда она начинается, напишите. Надо начинать блины готовить. И все остальное я взяла для Киры. А, честно сказать, одну вещь она сказала ей не брать, но я думаю, нет. Но я не могу ее не взять, она реально прикольная, поэтому если ей не понравится, я или поеду сдам, или положу в шкаф, оно там полежит, и я уверена на 100%, что она будет носить. Почему-то вот так вот я уверена, потому что она все вещи так бывает.
нет-нет-нет, потом хопа и начинает одевать. Так же сама, как мои джинсы, которые говорила, я никогда такое не ношу, я никогда такое носить не буду, и по итогу она у меня их забрала и носит. Вот джинсы с низкой талией черного цвета. Кричала, нет, такое не буду носить, даже мерить не буду. Забрала черные и носят, понимаете, да? Вот такая вот история. Так что это все для нее. Я хочу кабачковой икры. И я еще посмотрела, что у нас хлеба нету, нету ничего на бутерброды, нету ничего сладенького, поэтому я пошла в магазин. Я пошла в магазин, все это куплю и еще вынесу мусор. И как раз я с него приду, и уже нужно будет идти с собаками гулять, потому что уже 4:30. 4:30, день пролетел, а завтра понедельник начинается. Я не знаю, как сделать так, чтобы эти выходные длились немножко дольше, и чтобы ты никуда не спешил. Мне так надоело спешить всю жизнь. Я устала уже от какой-то долбанной спешки. Вечно куда-то спешу, вечно что-то надо. Вечно, 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 вечно. А если тебе ничего не надо, то ты ничего от этого и не получишь от жизни. Понимаете, какая беда? Даже не беда, просто какой-то круг. Если ты ничего не будешь делать, то ты ничего не получишь. Но в то же время ты устаешь что-то делать. Тебе хочется какого-то расслабления. Я хочу на море. Кабачковая икра. Какая-то маленькая баночка такая. Ну да ладно. Лимонная кислота мне тоже нужна. Клубника стоит 129 гривен. Я еще взяла вот такого вот йогурта. Какой-то новенький. Попробуем. И думаю, может взять оливье и шубу. Не знаю, хочу ли я. Но, наверное... Нет, наверное, не, наверное, не буду. Из сладкого уже все взяла. Хлеба тут нету. Вот реально хлебушка нету. Есть только... А, вот, есть. Спрятали. Хлеб тоже есть. И салат, наверное, с рукколой. Тоже мне это нужно. Руккола — это вообще наше любимое все. Красивенькое, красивое. Редиска вся какая-то очень печальная. Вообще какая-то некрасивая. Стрёмненькая, нет. Я, короче, поняла, что не так. Мне просто надоел уже этот холод. Вроде бы солнце светит, вроде бы все хорошо. Но так, блин, холодно. Не хватает сил. Как не выходишь на эту улицу? Вечно мерзнешь, мерзнешь, мерзнешь. Как бы ни оделся, жарко. Оденешься — легче, холодно. Я буду ныть сегодня все время. Ну, я купила кое-какие продукты, теперь можешь топать за бабаками. Вот красиво солнышко, да? Светит своими лучиками. Но оно же, зараза, не греет ни капельки. Черт побери. Ой, как солнце светит красиво, да? Я успела ровно 17:00. Ровно 17:00. Представляете, как я вовремя? Ну, как всегда, по плану коту раз, коту два. Заметили, да, что я без корма для снега никуда не выхожу. Вот сиди здесь, тебе там нечего делать. Вот сиди тут. Руккула. Да. Как я сказала, вот такие вот йогурты по-гречески. Какой-то один натуральный. И два с черникой и с малиной. Не знаю. Но цена у них просто прекрасная была. Хотя по сроку годности замечательно. Короче, какая-то акция в поле была. Наггетсы. Хлебушек. Икра кабачковая. Не могу. Что-то я люблю кабачковую икру. Вот и все. Лимонная кислота. Это чайник хочу помыть. На вечер шоколадка. Больше ничего не придумала, что вы и купила шоколадку. И колбаска на бутерброды. Это если вдруг на утро кто-то захочет, или когда будет ночной жор, что-то нужно придумать. Все. Вот такие вот покупки, поэтому все это прячу в холодильник, а вечером приду и буду уже готовить, кушать. Потому что на самом деле надо сегодня что-то приготовить. Хотя у меня еще тут есть вермишелька. Нет, вермишельки уже нету, надо приготовить. У меня еще есть плов, который Кира так и не ела. Очень много чего есть, чего Кира просто не хочет есть. Из-за того, что она не хочет,
получается так, что нечего есть, понимаете? Я на самом деле тоже не знаю, чего я хочу. Я хочу чего-то, что у меня нету в холодильнике. Но я вот только что прошлась, то, что продается в магазине, я тоже не хочу. Капризная. Я знаю, я капризная. Надо идти с собаками гулять, да, Снег? Я знаю. Пошли, буду вас собирать на улицу, потому что ты такой красивый, и ты тоже, ты русская красива. И буду вас одевать тепло, потому что там безумно холодно. А вы знаете, что у меня теперь все яркие? Добби у меня тоже яркий. У него розовая на лбу, а Шанти у меня салатовая вместе с Терой. Понимаете? Так что теперь все красавцы. Отпустить тебя? Давай. Боже, прелесть ты моя. Иди гуляй. Свободен, Добби свободен. Пришла домой. И Кира дома. Здорово. Привет. Как дела? Нормально. Я так смотрю, ты уже приловчилась к моей кофточке, да? Угу. Понравилось. Ну что, пошли бы, я тебе буду показывать, что я тебе купила. Давай. Идем. Пошли. Идем. Все купила для тебя, любимой и родной. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Так, подожди. Давай вот это вот уберем. Тюм-тюрюм. Все равно сейчас надо будет ставить наверх. Вы ждите. Так, ну. Первенделом, первенделом. Та-дам. Нравится? Да. Тера, отойди, пожалуйста. Красная. Серьезно? Да. Знаешь, какая-то типа... Ну, встань, покажи. Похожа на какую-то, типа, знаешь, такой Gucci, Louis, там что-то такое. Ну да, прикольно. И в руках ее классно носить. Да, и... офигенно. Короче, была такая черная и вот такая вот... Даже, я не знаю, этот цвет не бежевый, а какой-то такой, ну, интересный. Ну, короче, у тебя новая сумка. Витаю. Так, а это ты должна померить. Я не смогла их не купить. А, еще резиночки взяла, чтобы получить скидку 20%. Взяла вот такие но вот резиночки. Себе. Да, они мне не подходят. Если нет, я их пойду верну, потому что мне, они короткие на меня. Так а зачем ты их купила, если я миллион раз сказала, что мне они не нравятся? Я хочу, чтобы ты померила. Они такие же, как зеленые. Они такие же, как но бежевые. Они такие. Во-первых, они в эту точечку. Я ненавижу, когда оно такое. Во-вторых, это дебильный пояс. Да пояс сними вообще. Причем тут пояс? Пояс можно снять. И без пояса можно. Понимаете? И все. Ну, значит, завтра поеду сдавать. Но они реально очень круто смотрятся. Ну, блин, ну цвет не очень. Ой, сзади очень круто. Одень обувь. Ну, они нормальные. Вот без пояса на более-менее. Ну, цвет такой. Под что их носить? А под... Ну, только под эту кофту. Нет, под белую, под топик. Одень обувь. Ну, вот просто... Они очень широкие. Ну, одень обувь. Зачем? Потому что без обуви не меряется, понимаешь? Ты не можешь без обуви нормально. Если нет, все, пойду сдам. Пойду верну. Но мне кажется, они будут круто под любой топик. Вот реально любой топик. Они смотри. Какие-то очень широкие. Ну, такие же, как эти. Нет, те, они такие. Зеленые, только зеленые просто длиннее. Мне кажется, просто не под эту кофту. Ну, по кофту подними. Вот какой-то топ. Если нет, пойду завтра сдам. Цвет мне очень нравится. Оставляй, я не знаю, придумаем под что-то. Так нет, если ты не будешь носить, я пойду это. Вот возьми сумочку сюда еще в руки. Не под эту кофту точно, под какой-то коротенький. Если нет, Китти, пойду верну. Смотри.
Не знаю, мне кажется, только под эту кофту ненормально. Ну, оставь. Мы посмотрим, под что можно одеть. А мне кажется, ой, что будет хорошо, только я вот просто реально не знаю, где Кира вообще девает эти все вещи. Вот под это, мне кажется, будет круто. Китс, вот под это приложи. Мне кажется, под это будет шикарно. Не знаю, короче, посмотрим. Так что, оставлять? Да, оставлять. Ну ладно. То сейчас чистая кофта? Мне кажется, она грязная, ее нужно постирать. Вот так вот я и нахожу вещи в этом, в стирке, ой, в отделении, которые нужно постирать, понимаете? Ну так и бывает. Спасибо большое. Сумка и штаны. Да не за что, все равно тебе не подобается. Ну я знала, что так и будет, потому что она мне сразу сказала, мне они не нужны, я их не хочу. Я взяла, как это говорится, без спроса. Но мне нравится, как они на ней, это уже дело такое, приходящее и уходящее. Почему ты их не можешь носить? Потому что они короткие. Но на они меня. Они не короткие, они нормальные. Тебе померить? Ну померить. Вот, видите, на мне то здесь все идеально, а по длине они тупо мне короткие. Такой именно... Подстрел, просто подстрел. Коротюсенькие, коротюсенькие. Даже если я, вот, понимаете? Коротко-коротко. А так вообще брюки очень прикольные, но безумно короткие. Молчать. Короче, все. Я решила так, что если вдруг Кира их не будет носить, я пойду в ателье, мне их удлинят. Насколько можно их будет удлинить. Я думаю, там достаточное количество можно удлинить. И тогда смогу еще и я их носить. Потому что они мне безумно нравятся. Они очень классные, легкие. И на лето это вообще будет идеальный вариант. Под какой-то лонгслив, под какой-то топик. Короче, шикарно. На самом деле Кира тоже такая походила, походила. Нормально, можно оставлять. Так что не зря. Причем по такой цене за 300 гривен, я думаю, что тоже не зря. Готовлю ужин и вам на сегодня уже тоже скажу пока. Вообще, мне надоел холод. А Кира мне все время проговаривает Киев, не Киев днем и ночью, а постучись в мою дверь, что там происходит у них и какие действия в сериале, когда я его не смотрю. Я даже когда на улице, она мне звонит и говорит, мам, там то-то, то-то, то-то произошло. Я говорю, я поняла, хорошо, спасибо. Всех люблю, всех целую и всем на сегодня. Пока. Я с вами не могу попрощаться уже который раз, да? Но я сегодня Киру попросила помыть посуду, когда ездила в торговый центр. Она посуду не помыла, ее помыла я. И вот сейчас там снова посуда, и сейчас ее будет мыть Кира, потому что она мне обещала помыть ту, которую она не помыла, которую я уже помыла, и которая новая будет мыть она. Вот так вот. Я уже сделала чай, и сейчас буду этот чай пить. Вот этой вот прекрасной шоколадкой. Кстати, вкусная шоколадка. Но мне больше здесь, наверное, не шоколад, а орехи нравятся. Хотела купить темный. Вспомнила, что Кира темный не ест. Пришлось купить молочный. А на две я сегодня просто жмот. Жадина. Две не купила. Так бывает. Ну, я сегодня, понимаете как, решила немножко пожадничать. Для всего и для всех. Говорит, жестко обижена на Серого. Он приготовил битки и все сожрал сам. Все. Передай ему, что я на него тоже жестко обижена. Он такой, типа, ну прости, я одну филейку оставлю на битки. Передай, что я тоже обижена. Пусть две оставляют филейки. Не, дай я ему скажу. Дай я ему скажу. Да. Сереженька, знаешь, что на тебя обижены две девочки. Понимаешь? Две. Я тоже битки люблю. Все. Ну, короче, как там будет день, там приготовишь там битки, то один мне, один маме ты по-любому должен оставить. Если не оставишь, то сковородкой по голове. Свадьбы не будет. Так, Кира, иди посуду мой, чай горячий. Угу.
Сейчас, нет, не там посуду мыть. Что ты хочешь? Боже мой, ну иди сюда уже, давай. Ну давай. Ну давай. О боже. Кира сейчас говорит, короче, у нее там перед месячными болит грудь. Ну, это нормально, ну это нормально. А то сейчас опять начну говорить, боже, что ты говоришь, это есть у всех девочек, так что это нормально. И говорит, холодно без лифчика ходить. Так я реально это знаю. Я тоже, когда если выхожу без лифчика на улицу, мне холодно. Мне кажется, что лифчик это как свитер. Ты его одеваешь, и тебе сразу же тепло становится. Я не знаю, как это работает. Ваня, меня... с ним так тепло. Но я это уже тоже заметила. Непонятно, что так. Вроде там... вот такой лоскуточек ткани, но без него реально холодно, одеваешь его, и как будто ты уже все полностью одета, такая счастливая и классная. А у меня счастливая и классная мама говорили, Кира ничего не делает. Ну, не делает, иногда забывает. Ну, просто Сережа отвлек, наверное, руками, да, своими? Да не, я просто забыла. Вика, короче, вышла, то Сережа такой пришел. И через... мы только сделали картину, и сразу Вика в домофон позвонила. Блин, ты так вкусно пахнешь. Вообще, ну футболка вкусно пахнет кондиционером. Mm. Прям так стоит, и так классно. У меня, и кстати... мы, короче, выбежали, и, короче... Понятно. У меня кондиционер закончился, надо пойти еще купить. Очень, очень вкусный, прям так... вкуснотища. Все, ребята, теперь я точно вам говорю пока. Вот теперь 100%, если ничего не изменится, то мы с вами уже сегодня не встретимся. Если изменится, то обязательно не встретимся. Или наоборот, вы поняли. Всех люблю, всех целую. Пока. Попрощайся. Довольно. Золушка. Пока. Какая она классная, да? Молодец, дочь, молодец. Ваня,